В США в Кентукки сгорелся склад виски известной марки Jim Beam. Пожар удалось локализовать только спустя несколько часов. Сгорели сразу два ангара. Потери серьезные. Уничтожено больше 7 миллионов литров виски. Это приблизительно 100 вагонов. По словам представителей компании, напиток был относительно молодым, пока не предназначался для продажи. Но убытки значительные, около 300 миллионов долларов, только по предварительным оценкам. Причиной пожара мог стать удар молнии.